Всем доброго времени суток. С вами Александр, и это канал Жданов Плей. В очередной раз у нас с вами Cult of the Lamb. Снова прохождение в очередной раз. И у нас, я думаю, еще тут выпусков. Ого, сколько много. Вот. Но я не хочу на самом деле эту игру так сильно прям затягивать. Потому что, ну, есть масса, еще масса других игр, которые, в принципе, надо поискать, прежде чем во что-то играть. Вот. А так, пока я ничего не хочу искать, и игра мне пока нравится, поэтому я и буду в нее играть. Вот. Поэтому как-то так. Как-то так. Сейчас мы накормим сначала всех, проведем обряд, так сказать, очищения наших людей, и пойдем уже зачищать очередное сотое подземелье. Так, ну все отлично, что проводить не надо. Единственная беда — это то, что у нас сейчас очень плохо с этим, с доверием, прям очень плохо. Очень-очень у нас со всем этим плохо. Надо как-то все дело поправлять. Давай быстренько, может так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тошнит. И тошнит, им плохо, они сейчас заболеют. Надо быстренько что-то все исправлять. Так-так-так, надо все убирать это. Сейчас начнутся болезни, будут умирать. Мне этого, ой, как не хотелось бы. Быстрее, быстрее, где еще? Сюда. Надо еду найти срочно. Ой, как все плохо. Так, где? Все. Тут все очищено. Древесина должна быть одна. Плохо. Как все плохо. Ужасно. Игра только началась, а уже все очень плохо. Так, у меня, в принципе, есть древесина. Я бы, на самом деле, хотел построить какую-нибудь больницу. Да, больница бы не помешала. Досок не хватает еще. Ну, ладно. Я думаю, мы как раз пройдем. И у нас как раз все накопится. Так, этот деньги у меня потребует. Может, мы его просто убьем, а? Как на это смотришь? Мы бы его убили, и он бы уже никого не смог забрать у нас. Спиритический меч. Хорошо. Это стандарт. Кстати, оружие. Теперь мне кажется, что действительно мало. Да налетайте, пожалуйста. Меча на все хватит. К ним уже прям привыкаю, что, ну, никаких проблем с ними не испытываю. Что такое? Скорость атаки повышается в два раза. В два. Эш, я это возьму. А что такое? А, это карта, которую я открыл. Окей. В два раза скорость. Ё-моё, машина для убийства. А, все, это уже налегке, значит, защищу это подземелье. Вообще прям вот. Просто махаете мечом. Ой, золотой самородок упал. Так, секунду, я там не прошел. Зачищать я буду все комнаты. Перестреляй.
гады, а? Окружили ведь всего. Тут нифига не было. Только зря пришел, мог бы идти дальше. Кто ж знал? Правильно. Кто не знал, что противники будут? Очередная карта. Невыносите. Ты прикинь, урон и скорость атаки. Это имба. Так, я бы взял на самом деле человека. А потом бы взял камень. Хорошо. Давай так и сделаем. Пойду сначала прислужника заберу. Да, идем. Все, ты со мной теперь. У нас будет дружная рава. Теперь я пойду сюда. Тут что-то монетки на мясо менять можно. Нам еда нужна. Правильно, правильно. И это если я правильно понял. Так, ребята. У меня очень много урона и бешеная скорость атаки, так что вы не обессудьте. Ух ты, я тут появился. Мы изгнали алую корону совсем недавно, но не более 1000 лет назад. Она оказывала тлетворное влияние на умы. Она распространяла ересь и разрушала старую веру. Воздаяние за этот тяжелейший из грехов должно быть медленным и мучительным. Алчность и честолюбие взяли над ней верх, и она осмелилась пролить божественную кровь. Вы что делаете, глупцы? Сундуки наполнены едой, а не монетами. А, вот это что за баф идет. Все понятно. О, блин, лучше для меня так-то. Еда даже сейчас будет более приоритетна, нежели деньги. Стейки. Хорошо. Бля, это просто мясорубка. Просто машина для убийства. А, это мой, наверное. Так, рыбёха. А, пойду вниз. Так, вернусь назад, заберу что-то там. Что у нас тут? А, я тут был? А, в левую. Было в левую идти. Еще одна карта, давай. Вы получаете жизнь, вы можете получить... Не получить урона. Нет, я жизнь возьму. Что будет топ жизнь? Ну, блин, еще бы чем на урон, типа яд вообще. Ну, просто цены бы не было. Что тут? Ой, все, еще доп скорость. Шикардос. Блин, хотя я мог взять топор так-то, он был более мощнее. Ну ладно. Идем, что имеем. А, это все что ли? Пару камешков. Ой, босс. Сейчас разлетится босс. Ой, а вот теперь можно подумать. Блин, ну скорость-то 3.5. Блин, это урона. Давай вот это попробуем. Во-во-во-во, вот это возьму лучше. Давай, ладно. Это тоже неплохо на самом деле. Оно пусть и не такое быстрое, но у нас скорости хватает. Но, блин, это урона
3-1. Ой, 3-5. Сколько там, по-моему, 3-5 было. А сейчас мы... Вы можете найти рыбу убитого врага. А зачем мне видеть, что на карте находится? Я типа и так всю комнату я обхожу. Ну, я не вижу смысла типа в этой вот пассивке. Вообще никакого смысла я в этой пассивке не вижу. Свидание, ребята, на кого напали? На того напали. The bar. Я прям на пролом иду. А, легко просто. Я даже не уклонялся, потому что я не видел в этом смысла. А, так, подарок фигня, самородки фигня, тыква. Нет, самородки. Но самородки надо типа выплавлять. Пускай, ладно, самородки. Все отлично. Кончили. Так, и остается, выходит, у нас последний раз, типа, пройти, и уже будет босс. 71 смородок, 4 мяса, 7 селедки. Трава, булыжник, амулет даже какой-то получил. Черт знает, откуда этот амулет вообще у меня взялся. Тут он у меня взялся. Путь ягненка. Да. Нет! А, ты спишь. Я думал, ты сдох. Извини. Я уже все тебя похоронил. Блин, ну еды у меня нет. Очень плохо, на самом деле. А, его напрягает то, что грязь. Ё-моё. Сейчас больничку надо сделать и еще надо сделать с грязью. Да, наверное. А, во... Блин, а туалет у меня есть. Он не построен просто никуда. Учебница, чулан. Учебница. Самое важное. А это у нас что? А это у нас место хозяйства, с помощью которых последователи могут убирать за собой. Вот это вот было бы прикольно, на самом деле. Чё тебе надо? Его напрягает очень сильно грязь. Ну ладно, это проблема. Грязь типа эти сейчас уберу. Блин, очень много срут. Прям ужас тут много. Я вот не знаю, вот эти вот мне моменты может вырезать, типа, ну, чтоб не смотреть постоянно. Поймал. Чтоб не смотреть постоянно, как тут идет просто развитие. Ну, просто смотреть, но не смотреть, как я это типа все делал. Ну, тебе это нафиг, мне кажется, не сдалось. Я черт знает. Но если что, пиши в комментарии. Я и считаю, поэтому отвечу. Ой, очень прям все плохо. Надо что-то сделать с этим. Так, ребят, пошлите на молитву, сразу же помолимся. Ой, они все злые прям. А что ты взял? Корона. Так. Послушание, согласен. Вы получаете доступ к действию убить. Убийство решает многие проблемы, но другие последователи могут возмутиться, если не подождать, пока они заснут. Вы можете провести в ритуал в храме, чтобы превысить дух своего последователя на другой уровень бытия и повысить доверие остальных. Вот. Типа убийство, но это не выход.
вот где, где угодно буду говорить это. Что убийство это не выход, тем более своего последователя. Заповедь. Хочу заповедь открыть. А чё я ничего не могу сделать? А, надо ритуал сделать. Ритуал, значит, про что у нас будет? У которого поселение будет танцевать до поздней ночи. 15. Убийство последовательно. Блин, доски не хочется давать. Цена. Один последователь. Бля, тут доски. Ну, дом 2 устроили, а? Кстати, прикольная превьюшка, надо запомнить. Да, хорошо. Это хоть что-то. Осталось что-то придумать с желудком. И надо... Да откуда мне эти доски взять, алло? Так, а, ну вот. Место, где последователи могут превращать материалы. Делайте. Надо. Только что, путь далеко не уходит. А, для возведения построек высокого уровня нужны освещенные материалы. Чтобы получить фильтры, освещать материалы. Окей. Открыть и построить святилище. Ну это есть. Последовательно сразу же придет освещать. Хорошо. Давайте, ребята. Не дай мне, ё-моё. Блин, еды вообще не хватает. У меня не было сомнений, что вы ко мне прислушаетесь. А, что-то сделал. Не знаю, что я сделал, но что-то я ему сделал. Так. Пошаты. Так, ты у нас вытеряете. Ой, да ты какой-то вообще неправильный. Блин, этих тошнит опять. Ты иди, в общем-то... Молиться, добывать камень. Добывай там лисицу. Я не знаю, где ты ее будешь добывать, но добывай. Хорошо, надо еще одну такую построить. Я чувствую, много надо фабрик таких типа делать. Сломалось еще. У меня просто они все страдают. Я вроде убираю, толку вообще никакого не происходит. Ну ёб ты мать, первая смерть. Блять. Дохляк. Давайте его труп сожжём. А, погоди, погоди, я что-то еще могу сделать. Поговорить, подготовить, пустить на мясо. Один из ваших последователей умер. Приносим свои соболезнования. Трупы снижают уровень чистоты в поселении, могут вызывать эпидемии среди последователей. Храните умерших в могилах или могилах с надгробием, чтобы избежать разложения тел. Впрочем, вы можете рассматривать их как источники для мяса. Чего? Я не хотел у него воровать. Алло, нафига мне это надо? Блин. Очень много последователей. Я даже думаю, сейчас это лишнее. Я не хочу тебя брать, не надо.
Куда мне тебя деть? Иди тоже тут. За ним не успеваешь убирать. Нереально. Я ничего не могу с этим прям сделать. Типа только что-то убрал, где-то в новом месте все появилось. Блин, у меня очень сильно падает прямо это. Все характеристики. Так, бля, что надо? Делай, блин, три доски. Самородки, это понятно, это монетно. Цена 3, а у меня сколько? У меня 17. Делай. Все очень прям ужасно плохо. Можно того, кто будет за фермой ухаживать? Ты, иди сюда. Так, отправить лечиться. Куда я тебя отправлю? У нас нету еще. Накормить, доверие. Так, еще один труп будет. Прикольно. Так, дать работу. Освещать, освещайте материалы. Ты иди на освещение. Даю тебе новую работу. Ты идешь сделывать землю. Ухаживать за участок. Давай посмотрим, вообще то будешь делать, не то? Что случилось? Ё-моё, моя вера пошатнулась. Я вижу, что вы нас обманываете, и я всех об этом предупрежу. Кто-то из ваших последователей стал инакомыслящим, возбунтовался против вас. Это произошло из-за низкого уровня веры. Распространяют у вас лживые слухи, и другие последователи могут в них поверить. Перевоспитайте их в тюрьму, чтобы вернуть их на путь истины. Или принести их в жертву. Ах ты сука! Прикольно. Перевоспитать. Блин, брат, не надо. Все очень плохо. Так, быстренько туда схожу. У меня все очень плохо. Так, корона. Я рыв короны, понятно. Не заповеди надо, надо этот ритуал. Ритуал. Я хоть просто посмотрю, что это такое. Так, ладно. Я ошибался. Насчет, что не надо никого приносить в жертву. Нет, ну я не могу так. Нет, не буду я его приносить. Похер, пускай распускают слухи, я не обрушу это такого. Но вот тюрьму я построю.
могила. Вот. Бля, надо где-то могилу строить. Давай вот тут, тут пускай все удобряется. Участочек побольше сделать, но это серьезно. Что-то очень мало. Так, а каменоломня тоже хорошо. Пускай кто-то будет тоже на каменоломне. Быстрее, ребят, давайте построим ее. Вместе все. Все вместе, ребята, колотим. Получить награду. Кто из вас сам плюс? Абдусиас. Агра. Абдусиас. Ты хоть как выглядишь-то? Абдусиас. Ща я, блядь, найду тебя, Абдусиас. А я не знаю. А, вот последователи. Абдусиас. А, это белый кот. Еще белый кот. Абдусиас. Я нашел. У меня не было сомнений, что вы ко мне прислушаетесь, как истинное божество. Абдусиас. Да лапу даю. Это мне дало? Вера. Хорошо. Я тебе говорю, что ты красавчик. Ты меня прощаешь. Я даю тебе на лапу. Ты мне говоришь, что я еще красавчик. Наша вера с тобой повышается. Мы с тобой молодцы. Я тебе дам еще подарок. Хорошо. Тоже пойдет. Необходимы дома мне. Мне нужны дома. Чтобы получить дома. Так. Надо построить чем-нибудь еды. Это лучше, чем ничего. Я понимаю, что еда не очень. Ну потерпите, ребята, что я могу сказать. Так, быстренько, 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 пошли дальше. Погоди. У нас есть еще какая-то там локация, надо туда зайти. Может там что продают? Может там что-нибудь продают. Грибной грот! Здравствуйте, я не знаю, зачем я к вам пришел. Забудьте свой разум. Хорошо. Перед тобой редкие украшения, найденные в походах великим Содзо. Мы продаем их, а на выручку покупаем грибы. Нам нужны грибы. Больше грибов. Так как-то посрать. Карты, карты. Карты? Его урон врагам, с которыми сталкиваются при выборке. Блин, ну это прикольно, у меня денег нет. Ой, сюда еще куда-то. Приветствую! Что ты спрашиваешь, кто я? Содзо, кто же еще? Исследователь грибов и их спор. Можно сказать, профессиональный спорщик. Это я шучу. Да. Так что грибы, грибы, я специалист по грибам, постоянно ищу новые, мне всегда нужны новые. Ты можешь принести их мне, да? Да? Я не доверяю своим последователям, они лгут, они крадут, они распространяют обо мне лживые сплетни, я это точно знаю. Я сделаю все, что угодно, я буду молиться у твоего алтаря, я буду служить тебе, я оторву тебе голову. Чего? Приношу прощение, я покажу тебе... Как применять силу грибов и воздействовать на хрупкие создания твоих, сознания твоих последователей. Тебе не придется обращать эту силу против меня. Нет-нет. Я добровольно пойду за тобой. Приноси мне грибы, и я буду делать все, что ты прикажешь. Отправляйся в земноводье и ищи грибы. Возможно, раньше они прятались от твоего взгляда, но присмотрись получше, и ты их увидишь сразу же. Хорошо. У меня есть.
Блин, как хорошо, что у меня есть грибы. Да-да, давай их сюда. Хорошо, это мало. Принеси мне еще, и я научу тебя промывать мозги твоим последователям. Что? Ты хочешь наград за старания? Конечно, я всегда отдаю долги. Возьми вот это. Кольцо? Какая-то хрень. Вы нашли 4 осколка священного талисмана. Талисманы — это реликвии огромной силы, которую Алая Корона может поглощать для создания новых рун. Открывайте и надевайте руна в храме. Окей, спасибо. Ой, ладно. Отслеживать. Так. Так, ладно, пойдем руну оденем. Так, руна. Здрасте. Корона. Так. Наносим урон увеличивается после каждого убийства, но возвращается к ходу мышления при получении получаемого урона удваивается. А проклятие наносит удвоенный урон, расход меньше усердия, запас здоровья и оружия уменьшается вдвое. Вы получаете больное сердце за каждую вытащенную карту Таро, но в случае смерти теряете все собранные предметы. Вы получаете 4 карты Таро перед началом похода, но не можете брать их позже. Вы получаете 1,5 голубых сердца вместо каждого красного сердца. Блин, мне вот это так-то нравится. Давай ее и одену. Новая юбка, прикольно. Последователи тоже, надеюсь, откроют что-то новое здесь. Так. Ребята! Ну что? Так. Загробная жизнь, ну такое. Так, это, скорее всего, повыше. Блин, у меня очень мало еды. Надо что-то с едой делать. Давай с едой. Мольбы обрушают доступ к ритуалу. Вы можете провести в храме ритуал, в результате которого все посаженные моментально созреют. Вы можете провести в храме ритуал, который на 2 дня повысит вероятность вылова редкой рыбы и удвоит каждый ваш улов. Так-то это прикольно. Бля, урожай. Урожай будут собирать. Бля, я не знаю. На самом деле, потому что семян как таковых прямо, ну, нету, что ли, большого количества. Рыбы разные, много бывает, типа, и, соответственно, блюда ты разные можешь делать по характеристикам. Соответственно, я бы отдал, на самом деле, предпочтение рыбе. Но я же понимаю, что я не буду прям сидеть и ловить целый там день образно. А это я хотя бы могу, типа, посадить образно. Ну, много грядок наделать, посадить. И потом этот ритуал провести, все взрастет. И мои вот эти вот приспешники, они это все выкопают. Ну, если они умеют копать, я надеюсь, что умеют. Если не умеют, то это будет очень плохо, очень печально. Ну, давай, ладно, я возьму мольба урожая. Блин, я думал, там чуть-чуть будет другое, в плане того, то что... Я думал, типа, ритуал, который... А чё, неплохо? Но я не хочу его сейчас проводить. А, я его не проводил, хорошо. В плане того... А, блин, а о чем я говорил? Я забыл. Ладно. Бывает. Так, мне бы что-нибудь для моих этих приспешников. Так. Проклятие оккультиста. Вы можете 3 новых проклятия во время похода.
Максимальный запас усердия увеличивается, что позволяет наложить дополнительные печати. Но я им не так сильно типа пользуюсь. Пускай. Я не знаю, сколько мы уже на самом деле снимаем. Хотя нет, знаю, уже около часа, наверное. Так. По крайней мере, я все наладил у себя. Так, я сейчас вот это все соберу. Надо построить тюрьму. Я тебя в тюрьму засажу, ты понял, а? Слышишь? Так, у меня всего 5 коев. Перевоспитаю тебя, попробую еще раз. Блин, это не работает, серьезно. Че ты хочешь? Он, походу, ничего не хочет. Ну, блин, не хочет, как хочет. А я могу что-то сделать? Так, я бы хотел, чтобы вы... давай ты пойдешь, короче, освещать. Нет, ну, блин, я хочу на самом деле работу. Вы! Блевутины. Я хочу тебе работу дать, но ты не хочешь туда. Вы сделаете землю, он не хочет. Почему ты не хочешь сделать землю? Кто будет собирать урожай? Почему я это все должен делать? Тыква. Пускай будет тыква. А, ну он все, наверное, посадит, все польет. Он должен, по крайней мере, что-то из этого делать. Так, да, он поливает, он сажает, все хорошо, да, значит работает. И чё, ты типа один разок сделал и все, и ушел? Помощники называется, да? Я раньше, короче, ВКонтакте, я помню, еще, наверное, лет 20, наверное, назад, была такая игра, «Счастливый фермер». Может, кто застал, может, кто помнит. Вот мне сейчас вот эта вот вся ситуация как раз ее и напоминает. Ходишь, чисто все только грядки сажаешь целый день. Ну, всю игру, точнее. Целый выпуск. Ну, ты, короче, меня понял. Так. Давай посмотрю, сколько там времени прошло. Вот. И потом вернемся. Ну, 38 минут у нас, в общем, прошло. Вот. Я думаю, я, может, сейчас остановлю. А следующий сразу же, ну, ты увидишь только завтра. Послезавтра, не знаю. Вот. А я продолжу. Ну, чтоб тебе тоже длинные ролики, типа, ну, сейчас выходные, типа, иди отдыхай, выходные, конечно. Хватит ролики смотреть. Вот. А я... Что такое? Что за... А, продам. Появился магазин, а купить. Так, туалет. Толчок, ребята. Толчок будет тут. Все, идите. А я, наверное, продолжу. Вот. Запишу заранее, чтобы, ну, не пропускать дни, потому что я тоже не всегда могу записывать ролики, ты меня тоже должен понимать. У меня есть тоже своя личная жизнь, хотел сказать, работа. Вот. Да все, ты чё не дотерпел? Все, 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 беги. Короче, к работе нет. Возвращайте тебя к работе не будет. Но надо что-то с едой поделать. Так, это стыкло. Это из ягод. Хорошо. Ух, прям на полосочку.
Слышишь ты, я тебя, сука, сейчас в тюрьму посажу. Ты у меня дождешься. Я сейчас в тюрьму тебя, ей-богу, посажу. Я сейчас накоплю на тюрьму, я тебя в тюрьму посажу, ей-богу. Чтоб ты у меня тут людей не напрягал. Так, а чё? Получить говно. Игра, которую я заслужил, да? Прям меня настраивает. Настраивает моих последователей. Чулан, у меня есть тюрьма. Я тебе сказал, я тюрьму построю. А я, сука, свое слово держу. Сколько у меня древесина? А, у меня 3. Да, ребята, почему вы блюете? Я туалет вам сделал. Алло. Блин, у меня еще и постелей, да, не хватает? Постелей не делаю. Так, на этом я и закончу. Вот. Поэтому как-то так. Всем... Как говорится, спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравился данный выпуск. Хоть я и понимаю, что было сегодня больше воды, нежели там бегали по подземельям все дела. Вот. У нас больше сегодня было обустройство нашего поселения, скажем так. Вот. Поэтому как-то так. Не забывай подписываться на канал. Ставь лайки, комментируй. И доброго тебе вечера. Пока.